Всем доброго вечера. Я опять сегодня ломанул как следует. Правда, полдня не ел, тут как бы голодный обморок не хватнул. Вот. Ну, в общем, со мной сейчас я сделаю видео, вам покажу то, что я сотворил. И бегом до дома. И вместе вот с этими вот красоточками. Давайте я их положу, чтобы их было вообще видно. Тут с торца, я не знаю. Так. Рассказываю. Ой, сейчас маленько мысли соберу. Во-первых, бритвы готовы. Что изменилось? Изменилась оправа. Хотелось сделать тут вот такие вензеля, потом вензель в вензеле, потом вензель еще в одном вензеле и с такими глазками. Лопнула древесина. Ну, думаю, фигня. Война. Переделаю. Переделал. Музыка недолго играла, конечно, потому что вот здесь какой-то был типа сучка, что ли, какого-то. Вон он еще, вон открашивается, от краешка. В общем, вторая оправа в хлам. Завожу G10. Ну, думаю, G10 уже не подведет. Кстати, если что, напишите, как вообще G10 это вариант или не вариант для оправ. Потому что, ну, блин, и для вас такой, он беззаботный, не боится ни воды, ни ударов, ни царапин, ничего. И как для меня-то такой прям вот заралась с ним работать. Ну, не подводит. Даже вот эти вот штуки могут подвести. И вот эти штуки могут подвести, а это не подводит. Ладно. Теперь вот в таком вот исполнении все. Что дальше? Что дальше? Да, забыл я сказать в прошлый раз, что я сделал такой приличный отпуск на 400 градусов, такой, правда, кратковременный, но за счет этого твердость у бритв 58 единиц. Я забуду скоро эту цифру, потому что неделя максимум пройдет, и я уже не вспомню, сколько там единиц. Ну вот на видео это останется как бы в истории, может быть, в ваших воспоминаниях это, может быть, останется. Дальше. Блин, что дальше-то? Сейчас приклеим вторым видео. Фонарик не включил. Там с фонарем теперь. Что хотел сказать? Опять предисловие. Перед обзором. Как говорится, затишье перед бурей. В общем, в принципе, вот сейчас я просто вот это делаю, вот эти бритвы, и думаю, а это же само бюджетный такой сегмент, в принципе-то. А на нем стоит мое клеймо. Ну ладно, сейчас, может, кто-то там что-то мне там где-то носом не ткнет. А вот впоследствии, а вот сыну скажут, а это твой отец что ли делал? Так себе. Бритовки-то. То есть, как бы... Я подумал, что стоит делать лучше, наверное, дороже. А я всегда выгадываю тут, чтобы сделать дешевле, то есть, чтобы вышло в итоге дешевле. А думаю, что лучше, наверное, сделать дороже, но чтобы было по такому максимуму, чтобы просто рядом никто не валялся. Сейчас вот, в принципе, эти вот бритвы, они на уровне по геометрии. На уровне Батчер. Всем известного. Просто мне не знаю, чем еще сравнить, поэтому я вам часто, наверное, повторяю это название. Вот. Широкую заточку забабахал. Это очень легко делается. С тоненькой-тоненькой прокладочкой на бушке. Почему так сделал? Она работает лучше. Да, смотрится не лучше. Работает лучше. На себе уже испытал, знаю. Ну, ты моя залапана просто маленькими. Видите, там вот пятнышки. Удастся протереть-то? Не, Олег протерул. Вот. Работает лучше на всем. То есть я вот вчера брился француженкой клином и батчером клином. Они намного дольше прожили. То есть заточка прожила намного дольше, чем более узкая. Широкая заточка и мягче бреет. Поэтому так заточил. Но не все. Сейчас я это вам покажу. Вот так вот она оттеняется. То есть вот этот блеск, как вам показать, вот темный блеск, вот так вот. Вот так она выглядит. Сейчас резко снимается. Вот. Темная зеркальная заточка на матовом лезвии. Только ее протирать надо еще, конечно, как следует. Уголки пошибал, чтобы они тут не царапались. Вот так вот.
Уже тогда поправит, и ничего так не похоже на как бы скальпель там или что-то еще. Вполне такая удобный и хват удобный. Вот, поэтому я решил, что пускай я буду делать долго, пускай я буду делать дорого, пускай это будет муторно, но я буду выводить так, чтобы, то есть как вот, к примеру, 100% клина, чтобы не было вообще заточки видно, чтобы она была в таких нулях. Блин, опять все я залапал тут. Ну ладно, я вам прямо с мастерской показываю. Вот. Вот эти вот плоскости, к примеру, надо бы тоже вылизывать в ноль, потому что как неприятно смотрится эта залапка. Сейчас. Чтобы не порезаться бы. Нет, все равно развез. Вот так вот. Вот этот G10, кстати. Тонкая G10. Белый клинышек, чтобы вот так вот классикой оттенять черно-белым вот этим вот. Все посередке, все здорово. Я сейчас их заточил, они все так красиво рубят, строгают волоса. Вот. Следующий вариант. С такой же тоже широкой заточкой. Да что же у нас с резкостью-то? О, с фонариком должно быть побыстрее. Вот так он выглядит. Я вам показывал вот раз в грубой обработке. То есть вообще, в принципе, без обработки, в обдирке. Вот так она выглядит. Вот эта древесина. Это кап клена стабилизированный. Вот. Ценой это бюджетный, как вот ни крути, да, вещь рабочая, вещь отличная. То есть даст фору любой бритве, любой там какой-то импортный там еще. То есть они все равно такими оправами не будут баловаться, потому что это муторно, это еще и накладно. Ну и со сталями они тоже не парятся. Это сложно делать бритвы. Ну-ка я попробую тенить, чтобы было видно, чтобы серое лезвие и темная блестящая заточка. Нет, наверное, не получается у меня это на видео. Все, как всегда, посередке, все остро, все здорово. То есть бери брейсом. Вот. А так, в принципе, этот сегмент все равно в итоге ближе к бюджетным все-таки. Ну, в принципе, я и старался это сделать. То есть я и делал такой сегмент бюджетный. Вот тут я как бы немножко этот сделал поуже заточку. То есть подложил под обушок. Занос маркетолога или дрифт, дрифт маркетолога сделал. Вот так вот. О, вот оттенил. Вот так они на самом деле смотрятся, бритовки. Вот такой вот матовый блеск темный. Не темный, а вернее, какой-то серебристый. И вот эта вот заточка, вот там она, вот она, как сейчас я вам правильно поймал. Как они выглядят на самом деле. А не на видео. И на отблеске от фонаря. Может дальше держать? Вроде бы да. Тоже все остро, все заходит четко, ровно. Только их смывать, протирать, сейчас он спиртовать. Сам в шоке, если честно. Надо зафигачить за 2 дня 4 бритвы. Я раньше так не мог. Честное слово, мне надо было хотя бы дня 4. Ну, хотя бы, и то, если все гладко бы пошло. А тут прямо бомблю, бомблю, прямо опять сегодня на рассвете проснулся. То есть до рассвета, вернее, там темень полный. Опять у меня что-то так потянуло сюда. Но уже не особо потянуло, потому что уже, наверное, вчера я умотался. И вот что думаю. То есть вот я вам показывал, да, давайте я покажу. Вот вариант, к примеру, да. Вот я тоже хотел из них сделать клины. Тоже такие же клины на 75%. Но хочу сделать их тут уже с полировкой чинной. Тут может быть тоже вот матовость. Вот не знаю, напишите, повторите вот эту матовость, вот как на тех бритвах. Или лучше все-таки зеркало. Но хочу сделать из них и дорогие вещи. Они мне дорого обойдутся, но и, конечно, покупателю обойдутся тоже дорого, так как
там будет сведение настолько вышлифовано, там, то есть микрон слово там уже неподходящее слово. Вот, если только там тысячные доли микрона, и я уже, то есть, сделаю своды, как на 100% клине, которые уже не будут, в принципе, вообще нуждаться в заточке, а просто эта кромка подполируется, то есть, чтобы там вот в зеркало ее довести, и все. Она уже будет без заточки брить. А заточка просто придаст ей вот эту вот мягкоту, то есть мягкость вот этого реза волоса и вот эта шустрость, все это такое, ну и красоту, естественно. Вот. Чтобы мне как бы за них не было стыдно, чтобы мое клеймо стояло, и мне какая-то там гордость была бы вот за этот момент. Вот так вот. Ну вот, в общем, надеюсь, вы ответите на мои вопросы по поводу G10, по поводу вот вариантов далеких от бюджетных, или наоборот, лучше продолжать вот это вот творить. Ну, в общем, вопросов много, в принципе-то. Так бы вот за стаканчиком пивка посидеть бы, вот как бы нам вот поговорить, как следует, но через видео это так ничего не получится. Да и вообще, если честно, я пиво уже, наверное, год не пробовал, а то и больше даже. Ну ладно, это не важно. Что-то я опять от темы отвлекаюсь. Все. Бритовки едут на сайт. Попробую, уж не знаю, сил хватит у меня сегодня или вряд ли, не знаю, развесить. Но завтра они уже точно уже должны быть на сайте. Что еще? По ценнику я еще не считал, но ориентировочно так прикидывал, что они должны все-таки выйти, думается мне, так вот, ну, на скидку вообще, там, тысяч где-нибудь в 7, 7,5, 7, вот, что-то вот, я, конечно, еще пересчитаю, может, дешевле выйдет, может, конечно, и дороже, но я, в общем-то, гнался за тем, чтобы ценник упал, вот, в этом случае. Посмотрим. Ну, не знаю, вроде я вам все сказал. Так что все. Завтра у меня уже работа будет в кузне. Тут я буду бабашить горы железа переваливать. Вот, денежку порубать надо, чтобы восстановиться. И там уже опять буду вот к бритвам опять, то есть ближе подходить. Ну там, не знаю, 2-3 дня там помахать, там, помолотить, и думаю, что все сделается. Встречайте на сайте, на видео куртану, естественно, чтобы еще было лучше видно. То есть вы сейчас посмотрели на видео, посмотрите и фото. Вот эта вот вся общая картинка, она все-таки даст какую-то... То есть сложит эту картинку в одну, и чтобы... Потому что одних фоток это реально недостаточно. Просто фотки это ничто. Вы потом, когда в руки возьмете, вы увидите, что вы взяли... Вроде бы здорово похожую, но совсем другую вещь. Все. Спасибо за внимание. Всем пока. До следующих встреч. До новых работ. Ну и, то есть, отталкиваюсь от ваших мнений, ваших мыслей, вектор, то есть, направление вот этого, куда дальше мне шагать, что делать, естественно, подкорректирую. Всем пока. Добра.